Девочки получили травмы и были доставлены в больницу. Несмотря на то, что сотрудники ГИБДД взяли под особый контроль соблюдение водителями прав пешеходов, а именно предоставление преимущества на регулируемых и нерегулируемых переходах, дети вновь оказываются под колесами машин по вине автомобилистов. Так, сегодня днем в районе завода полукоксования грузовик сбил 8-летнего ребенка. Школьник доставлен в больницу. Предварительный диагноз – ушиб головного мозга. Степень вины и меру ответственности водителя теперь установит суд. В свою очередь, сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим на дорогах и строго выполнять требования правил дорожного движения.